Обзор на сигареты. 3, 2, 1, там уже начало было. Чао, пук-тик-ткауч. Пошла запись? Да, нет. Спецэффекты. Итак, это обзор на армянскую сигарету. Подожди, уйди из кадра. Уйди из кадра. Ты чё, охуела? Это моя рубрика. Я не тебе, я Саша. Ой, извините. Извините. Вот, смотрите, значит, не просто так. Во-первых... Машина едет. Армянская сигарета. Армянская сигарета, она представляется не просто в виде армянской сигареты. Она еще в виде придатка, который ее курит. Это говорит о том, что Армения... Я проебала момент эпика. Это говорит о том... Сука, держи ее. Это говорит о том, что Армения как страна — это придаток к чему-то более большому и великому. Более того, это не армянская сигарета. Это армянская сигарета, купленная в... Крупным планом. В России. Это тоже о чем-то говорит. Похоже, то, что курила нашу армянскую сигарету, наш придаток поломался. Это еще одна политическая сатира. Мы, знаете ли, можем себе теперь такое позволить. Если вы понимаете, о чем я. Ничего. Скоро все закончится, не переживай. Скоро пленка или память. Блять. Ты ее сейчас разобьешь. Также, чтобы ебануться перед Гордеем знанием армянского языка. Барабзе из брат. Это все. Рамаржоба. И еще. Что еще сказать? Обзор вкус 7-10. Значит так, смотрите, тут, во-первых, есть... Это герб Украины. Да, тут это герб Украины из армянских символов. Вот, это значит... Любовь. Башна колющая, это значит спасибо. Благодарю. Обожжу бара. Да. Значит, вкус сигареты. Кал. Я не знаю, как дебил, который ее купил, ее курит. Это просто, ну, просто полная пизда. Дебил, который ее курит, что вы можете сказать? Я думаю, тут, во-первых, нету кофейного аромата. И не похоже на сидр. Вообще. Да, и не похоже на сидр. И вообще, еще перчатку. И еще не похоже на Алиночку, которую я люблю. И вообще ни на что не похоже, что я люблю. Да, тренер, покурите блинчик. Дальше. Это можно, пожалуйста, спортивное курение? Давай я тебя в дырку вставлю. Стой. Вот так вот принято в Армении курить сигареты. Ой, блядь, она такая пиздец. Совмещать со спортом. Ой, блядь, бутылка разбилась. Также обзорное вино. У меня скоро память закончится. Blackberry. Это... Возьми черный. Что? Черный возьми, да. Blackberry. Обзор можно? И после можно? Винишечка сразу. Ой, блядь, не-не-не. А можно обзор на вино? Не передергивай этот вино. Да, оно, у него особенность есть. У него есть особенность, оно как спиртованная водичка. Да, да, это чисто блейзер. Блейзер. Винный блейзер. Армянский только. Ну, мне кажется, когда ты покупаешь любой алкоголь за 100 рублей, он приобретает свойство блейзера. Ебать вкусно. Гораздо вкуснее, чем наша дресня. Давай выпьем. Мою? Мою дресню хочу. Это к ней вчера. Тём, давай ради контента сосаться жестко с языками. Пожалуйста, можно? Я вас умоляю. Тёма вообще кого-то умирает быстрее. Можно, пожалуйста? Очень сильно хочу. Я хочу, пожалуйста, очень сильно. Нет, это новогоднее чудо. Можно по театральному, знаешь, как это, я тебя завалю. О, я давай, давай по театральному так. Нет, вот так. Я тебя вот так вот. Нет, просто ходи. Я тебя беру такой. Нет! У меня ушко слиняет. Вы меня подожгли. Ой, всех ответы со мной.